Я Александр Евдокимов. Мне 67 лет. Я из города Твери. Я уже 36 лет пою. Раньше работал в ВИА «Добрые молодцы», «Поющие сердца», «Красные маки». Говорят, что мы пели очень хорошие песни. Для меня это и авантюра, и хотелось бы показать, что и в таком возрасте можно петь, и в таком возрасте можно участвовать в конкурсах. Почему бы нет? Почему-то люди моего поколения считают, что уже диван и телевизор – это самое главное. Нет, это не самое главное. Ух ты! Это рокер? Не знаю. No comments, у меня no comments. Мне бы хотелось быть примером стойкости музыкальной, вокального какого-то мастерства в моем возрасте, потому что молодые сейчас очень классные певцы есть, я просто рад за нашу страну. Вот, но будут ли меня слушать, я не знаю. Мне бы хотелось, чтобы меня услышали, чтобы поняли, что просто надо радоваться жизни. Добрый вечер. Buonasera, маэстро. Меня зовут Александр Евдокимов. Мне 67 лет. Сегодня я вам спою песню из прошлых лет. Хотел бы ее посвятить первому исполнителю, с которым я работал в группе «Красные маки». Итак, слушайте эту песню. Ребята, в 87 году я работал с «Красными маками». У нас особо был динамик. «Красные маки», «Як Йола». Это 87-й год, мы чесали где-то 3 месяца вообще стадионы, то есть 20 спорта, там вообще такой концерт был обалденный. Не, ну потрясающе, 67 лет стоит так уверенно на сцене. В силу уважения к возрасту, я не знаю, как реагировать. Замечания делать, если будет плохо, не буду, не хочу, потому что, ну что, я как бы для него я... скажем так, исполнителю. Ну, можно же деликатно сказать. Если поднимется более 52 экспертов, то Александр Евдокимов окажется в тройке лидеров. Пожелаем ему удачи. Давайте, хочется уже хоть получить что-то. Класс! Какая песня, мама! Советская! Песни у людей разные, а моя одна на века. Звездочка моя ясная, как ты от меня далека. Поздно мы с тобой поняли, что вдвоем спасибо. А это значит, что Александр Евдокимов точно в тройке лидеров. Но сначала давайте обсудим слово лидеру сотни Сергею Лазареву.
Я хочу сказать, что вы в потрясающей вокальной форме. Да. Сотня вам аплодирует, говорит спасибо за то, что вы вновь спасибо. Показали, что можно все на нашем шоу. И несмотря на то, что вы сегодня здесь пришли, представляете, другую, скажем, школу вокальную и даже возрастную, тем не менее вы фору даете всем молодым. Спасибо вам огромное за это. Спасибо. Здорово, что вы рушите стереотипы. Спасибо. Да, вот, но есть те, которым не понравилось почему-то ваше выступление. Почему сидит наш доктор? Что не так? Ну ладно, скажу. Качество голоса и его форма, товарищи, не должны зависеть от возрастных факторов. Поэтому мне бы очень не хотелось отдавать дань уважения возрасту, вокальной форме. Она обязана в этом возрасте, если она есть, то она есть. Поэтому она здесь не совсем идеальна, извините, пожалуйста. Здесь было много и грязи. Это было в начале, в самом. И поэтому, вот, к сожалению, вот эти очень мелкие нюансы не позволили мне встать, хотя очень хотелось.